4. Успешное интервью. Подготовка к интервью, сделать позитивное, сильное впечатление, работать эффективно с вопросами на интервью, обсуждая вас лично, избегать популярных ошибок, предоставить, что вы сделали исследование рынковой зарплаты и рынковых условий, продемонстрировать, что у вас все есть для того, чтобы выполнять данный тип работы. Легкий разговор для установления психологического контакта, популярные вопросы на интервью, демонстрация вашего интереса и мотивации, образцы ответа в шаблонной форме, позитивные прилагательные, предоставить детали ваших навыков и опыта, и структурировать ваши ответы, чтобы они были упорядочены и логические. Слушать. Перед тем, как вы приедете, интервью начало, язык жестов, интервью плохие ответы, ответы улучшенные, эффективные ответы, плохие реакции, рассказать о себе, интервью доказанные ответы, делать больше прибыли и пользы с простых ответов, интервью хорошие, плохие модели, интервью сказать то, что вы хотите работать на эту компанию в этой сфере. Интервьюеры обсуждают то, как кандидат себя показал. Интервьюеры, обсуждая соответствующие навыки и опыт, интервьюеры совпадение ваших навыков и опыта по соотношению к этой позиции. Вы слышали такое понятие overqualified? Это значит чрезмерная квалификация. То есть, если вы после школы, понятно, у вас нет ни образования, ни опыта работы. Но если вы 50 лет вам, у вас 30 лет опыт работы, то вам предъявят такое. У вас чрезмерно большая квалификация, она будет вам туманить мозги, и в связи с этим вы не тянете эту работу. Как вам формулировка? Дополнительные техники прохождения интервью. Прохождение вопросов, связанных с вашей профессиональной компетенцией. Показывание ваших навыков, обсуждение ваших слабостей, отвечая на вопросы личные. Как проходить интервью по телефону. Фразовые глаголы, компетенция, структура ответов на образец модели в стиле «Звезда». Представление удивительной, шокирующей информации, смягчать негативный контекст, сделать нажим на позитив, позитивные выражения, вежливые вопросы, задавание вопросов для уточнения, прослушивание, анекдоты о интервью, как делать с вопросами, связанные с вашей профессиональной компетенцией, интервью «Хорошие и плохие модели», интервью «Используя модель STAR», как сделать ваш негатив в позитив, интервью, обсуждая ваши слабости, интервью, подчеркивая позитив, интервью, поражающее позитивный ответ, интервью, как переназначить телефонное интервью, интервью, уточняя информацию. Юнит 6, последующий. Как оставаться в контакте, как преодолеть отказ, что делать с предложениями о работе, как вести переговоры насчет условий работы и зарплаты, фразы для последующих писем, требующие отзыв, принимающие работу, отказ от рассмотрения, указать, что вы отказываетесь от данного предложения, официальный язык, прослушивание, что делать после интервью, как можно выучиться от провала, предложение о работе, как взяться за эту работу, как написать письмо о том, что вы согласны взяться за эту работу, отказ от рассмотрения, вы лично отказываетесь от работы, как обсуждать вопрос оплаты, успешные и неуспешные переговоры на тему зарплаты, чтение, письмо, отзыв, репетиторы по скайпу, у нас делают карьеру.